Аким Актюбинской области Бердбек Сапарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Республике Казахстан господином Михаэлем Бродским. Глава региона поблагодарил дипломата за визит и подчеркнул, что Казахстан и Израиль связывают надежные партнерские отношения как в государственном масштабе, так и на региональном уровне. В ходе встречи была отмечена заинтересованность Актюбинской области в партнерстве с Израилем в части развития научной и технологической инфраструктуры, оказания медицинских услуг в сфере сельского хозяйства. Также регион намерен развивать сотрудничество с агентством МАШАФ. Кроме того, руководство области заинтересован опыт Израиля в развитии малого и среднего бизнеса, в развитии системы умного города. В свою очередь, чрезвычайный полномочный посол Израиля в Республике Казахстан Михаэль Бродский подтвердил заинтересованность в углублении взаимоотношений. Благодаря той программе, которая проводится фондом МАШАФ в нашей республике, около 10 наших бизнесменов обучались у вас. Для них были проведены специально мастер-классы. Мы хорошо знаем, как развивается бизнес в Израиле. Наш президент все время приводит пример, что почти там 98% находится в сфере бизнеса. Основная доля экономики составляет именно бизнес, поступление, численность работающих, ну и так далее. И, конечно, одно из развитых направлений вашей страны – это сельское хозяйство, особенно в области развития орошаемых земель, применения капельного решения. Можно там от чего-то отказаться, от каких-то там излишеств и так далее, не покупать там, наверное, какие-то дорогие яхты, но нельзя отказаться от того, чтобы есть, питаться, нельзя отказаться от лечения и нельзя отказаться от того, чтобы защищать свою безопасность. Да. Я думаю, это всем понятно, и это самая актуальная, наверное, тема. И это как раз то, что Израиль может предложить и Казахстану, и в том числе и Актюбинской области. Это то, в чем мы традиционно сильны, это то, в чем у нас есть самые лучшие технологии. Поэтому я очень рад завтрашней возможности для нашей компании представить свои технологии, достижения и возможность найти здесь партнеров из числа местных бизнесменов, чтобы проводить какие-то проекты на благо, я думаю, обеих стран.